Она огроменная, она красивая. Она половину роста Алининого. Давайте распакуем ее. В общем, листья тут шикарные, корни тут шикарные, только они нуждаются в поливе. Она хочет пить. 14,5 сантиметров. Сколько? 14,5 сантиметров. Ничего себе. Давай, давай ее распаковывать. Привет. Давно хотела королевскую орхидейку. И мне ее подарил. Нет, цветы падают. Посмотрите, в мою ладонь. Вот моя ладонь. Вот цветы. Боже, какая она прекрасная. Да, тут надо ей подпорочку под ее цветочки. Так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тут, да. Вот. Мы освободили. Ставь на стол, на стол, на стол, на стол. Так, она. Ну-ка, я ее буду опускать. Выдержит? Ну, подожди. Все, стоит. Чувствую. Боже, посмотрите, смотри, какая тут еще красивая. Дырочка есть. Ала. Такая вот еще. Орхидейка хочет пить, она вся. Вот какие у нее. Тут корни есть. Корни мощные. Полный горшок корней. Есть, конечно, пару засохших. И даже есть тут мини-инструкция, как ее нужно поливать. Такая вот красивенькая. Mm-hmm. Кстати, мой алоэ, ему больше 5 лет, он уже начал сохнуть, потому что я его забываю поливать. И, в общем, его надо омолодить. Вот это так, про задний план. В общем, вот такая вот прекрасная орхидейка. Подарком я очень довольна, подарил мне ее мой любимый муж. Давай будем мерить, сколько она. Я ж уже заметила. Сколько она? 14,5. Ну, да, вот вы довольны. Подожди. Как-то зарыт. Видишь, 14,5. Ну-ка. Вот. Ничего себе. А ну, давай цветок. Я здесь тут мерила самый пустой стороной. Ну, вот этот можно измерить и вот этот. Давай тут мерить. Тут цель 12. Ну, короче. Минимально 14,5. Сейчас, подождите. Вот моя ладонь. Вот моя ладонь. Вот орхидейка. Я ее сейчас напою. Будет все у нас окей. Так, листья здоровые, на первый взгляд. Без всяких механических повреждений. Был один цветонос. Уже расцвела. Так, тут какая-то пыль или обработка. Ну, короче, обработать ее не мешает, потому что как бы паутинка есть. Вот единственный листик замялся. Так, давайте покрутим горшочек аккуратно. И тут есть такая штука, чтобы она быстрее. Так,
Ну, в общем, целый горшок корней, что радует. Здрасте. Так, с этой стороны. Смотрим, посмотрим. Боже, у нее цветы со всех сторон. Немножко замялись цветы, ничего страшного. Еще один филин вообще. Здравствуйте. Зачем ты туда посадила? Всех любим, целуем. Пока-пока. Так, что за филинопсис у нас еще тут образовался, а? Бурманский филинопсис. Ты что туда залезла?